Всем привет! Сегодня хочу записать обзор игры с комментариями. До этого записывал без комментариев, и плохо что-то смотрят. Может, с комментариями получше будет смотреть. Первая запись, строго не судите. Сегодня поиграем в игру Jelopy. Симулятор путешествия на старой машине. Так что, приступим. New Game Spooky TRL. Уже запускал игру, немного с ней знаком. Быстро время идет. Минутная стрелка, как секундная. Выкинула. Ладно, пошли. Ну и фур персонал. Но для персонала. Свет надо экономить. И тебе того же. Ничего, квакает. С чего у него пиджак сделан? А лапы какие у него? Там монстр какой-то. Дайте его убить чем-нибудь. Особое приглашение надо, садись. Чем уже играл в игру, машину собрал. Вот тут немного. Катаемся мы на старой лайке. Мы вообще тут в ГДР находимся. 90-й год. Машина это нереальная. Такой не существовало лайка. Что за лайка машина? Прообраз там есть какой-то. Из пластика машина. Но это не она. Тут надо, в общем, детали ломаются, надо по ходу движения заменять и ремонтировать. Зажигательная свеча преобразовывает энергию от батареи, чтобы запустить двигатель. Идет как стандарт во всех лайка 601 машинах. Стоковый фильтр воздуха, маленький фильтр воздуха используется, чтобы убрать частички из воздуха, которые идут к смеси топливной. Стоковый карбюратор доставляет воздух и топливо в двигатель и генерирует взрыв. Чашечка с водой какая-то тут. Стоковая канистра с водой. Резервуар. Маленькая 0,7 литра канистра с водой. Используется очищение лобового стекла от грязи и грима. Не знаю, что такое грим. Стандарт на всех лайках. Вот это меня больше всего заинтересовало. Стоковый резервуар для топлива. Интересное решение. Бензобак поставить перед пассажиром. Врезался, взорвался нафиг, вот тут все вылетело. Вот то какой просторный багажник без бензобака. Тут ничего нету. Да садись уже. И что тут у нас еще? И батарея 12-вольтовая. Все в исправном виде, все установлено. Надо за запаски пойти.
Домкрат, запаску возьму. И что еще взять? Что влезет? Батарею. Зажигательную. Возьму двигатель. Батарею возьму. Поломается она быстрее, наверное. Влезет еще туда что-нибудь. Ничего не влазит. Ничего выкинуть. На Г не выкидывается. Так его выкинуть, руку дропнуть. На Q дропнуть. Да у нас это Горбачев или кто это такой? Июнь 90-го года. До обвала Берлинской стены еще год. Или уже год прошел. Когда упала Берлинская стена? В 89-м, 91-м. В общем, не важно. Выключаем свет и в путь. Ну, залез наконец-то, принцесса наша бородатая. Ну, поехали, завелись. Надо снять с ручника, наверное. А ворота кто откроет? Может, ворота откроешь? Выходи давай. Самому в машину нельзя выйти, только на картинку нажимать надо. Все закрыто, все в порядке. Поехали. Кто ворота откроет? Открой ворота. Надо выбрать маршрут на карте. Он должен быть на боковой двери. Вот этой точечкой выбирать совсем неудобно. Ну все, я выбрал, закрывайся. Игра подвисла так нормально. О, спасибо, открыл дверь. Бородатый господин. Снял с ручника, поехал. Начинается наше путешествие. Поехали в Дрезден. И вентиляторы идут. В туннеле эхо. А зеркало толку никакого. Тут ничего. Ничего. Но свет нашел, где включить. Музычки немного. Танчик стоит. Ты фрейд унс нохмаль. Что-то освободи нас, типа там написано на танке. Ой-ой-ой. Чуть не влетел. Как прекрасно жить, какая веселая песенка. На.
So I go through our journey later this week. Он поедет со мной еще, да? Поедем в Дрезден, потом пересечем границу Чехословацкой Республики. Ой, это неправильно, они не поменяли имя еще. Что это было? Нравится ему музычка громкая. Доигрался. Графика, конечно, просто супер. Сколько полигонов. А я что-то против... О, пятерочка. Уже кипит под мотора. Двигатель в опасности. Ну, конечно. Останови машину, когда будет безопасное место. Что-то скорости 80 километров вообще не чувствуется на лайке. Опять пятерочка. Уже бы на пятерочке дали покататься, чем на этом хламе. Чехословацкая Федеративная Республика. 40 лет и стена упала, и они решили изменить имя. Я надеюсь, что они убрали социалистическое от ихнего имени. Не повлияет на наше путешествие. На заправку нам надо свернуть здесь. Давай свернем и починим двигатель. С ним как-то что-то не так. Ну да. Тут терминал не обслуживает, надо с другой стороны. 80-е тут не заливают. Ой, тут еще не придумали 80-го. 76-й бензин. Но... Мне самому заливать? Ой, у нас проблема. Нам нужен набор для ремонта, чтобы отремонтировать. Нам надо его купить в следующий раз, когда у нас будет шанс. Давай будем на нашем пути. Но я набор для ремонта не брал. Брал водичку, бензинчик брал, массу собрал. Ой, водички доведем, двигатель. Долил водички. Ты не хочешь пить? Но пей, собака.
А на заправке нету, ничего тут. Эй, привет! Ты кажешься нам потерянным. Возьми все с полок, что надо, и положи на это окно. Когда взял, что тебе все надо, можешь выйти, использовать, заплатить, используя твой кошелек. Лиза, без глаз и без мяса. Что у нас тут есть? Штоф. Но бутылочка, выпить можно. Медицин какой-то. Нам нужен репер-кит. Спасибо, я взял репер-кит. Я сейчас починю, я верну. Хорошо? Я сейчас верну, подожди. О, ты нашел его, да? Давай использовать для починки. Сейчас починим машину. Тебе надо понять кое-что. Отношения зависят на подарках или внимании. Если ты провалишь это понимание, ты найдешь себя в одиночестве вскоре. То же самое может быть сказано в отношениях между механиком и машиной. Очень важно, помни это. Ладно, она должна была ехать немного больше, чем... Эй, подруга, мне надо еще один набор для ремонта. А я не могу взять ничего. Она приклеила тут все. Ты жадная. Я ухожу. Тем более я починил почти все. Нет, не все я починил. Так далеко не уеду. Где-то бумажник тут был. Ты что вытворяешь? Акробат хренов. Решил тут поупражняться ночью. Да отстань ты от меня. Оп, телепортнулся в машину. Кошелек дай. Подруга, ну позвучь, пожалуйста. Repair kit. Не дает приклеиваться. Ладно, поехали отсюда. Аэрфильтр у нас еще поломанный.
Они нас тут заблокировали. Замуровали демоны. Дайте выехать отсюда. Сейчас таранить вас буду. Не, этот черт мне кошелек не дает расплатиться, да. Не дает. Дай денег, дядька. Это меня не выпускает с территории без оплаты. Больше ничего не дает. Фашистка. Ну вот, доехал. Выезда тут больше нет никакого. Или это они ночью закрылись? До Дрездена не доехал немного. Рестарт жму. Хватит тебе, тут ничего не было. Чувак живет в гараже. Драндулет собран. Беру бензин. Беру инструмент. Беру домкрат. Не, запаску надо брать. Инструмент надо поместить куда-то еще. Все, загрузился, больше не лезет. Давай маршрутом поедем. Вторым 200 километров всего. Кратчайшим. Все, выбрал. Окей, принимай. Не надо зависать. То черта оставлю дома, а сам поеду. Только гавкает зря. Стоп, что машина гонит? С базы выезжаю, она уже поломанная. Ты рестарт нажал, что он поломанная машина. Фильтр поломанный. На, жри его сам. Я новый возьму. Двигатель дымит. На новый двигатель. Все, тут апгрейд полный сделал. Поехал. Снял с ручника. Вперед. Ты оставайся тут. За музычки навалить. Без лишнего пассажира почти сотню жмёт. Нет, почти 90. Сотню не жмёт. Развалюха. Уедет реально побыстрее. Thank you.
динамичности игры не хватает. Нету поворотиков, например. Нету штрафов за нарушение движения. Даже в том же Euro Truck Simulator втором интереснее ездить. Ну, сама графика, зачем такая выбрана, секрет. Можно было выбрать реалистичную, простенькую. Зачем этот цел-шейдинг? Тупо. Огромный пустой мир. Это что-то вообще меня грузит. Мне не нравится на нем. Какая-то нелицензированная. Не настоящая. Которую взяли просто так. Из бесплатного репозитория. Еще через фильтр пропущен этот был эффект старой кассетной музыки. Интерес в этой игре должен был быть реалистичность управления, чтобы можно было все приборы в машине, чтобы все они рабочие были. Тут частично с этим справились. Ну и все, я не знаю. Зеркало переднего заднего вида, это декорация, бред. Почему ее не было сделать так сложно было расстоять, я не знаю. В моторе только примитив менять. Ну, решение вроде бы нормальное, потому что усложнили бы, неинтересно было бы играть. Сильно сложно. Есть игра там, симулятор механика и все. Что совсем другие. Ну. Ну чё мы заглохли? Вскипелся радиатор или что такое? У нас всё поломано. И топливо надо добавить. Ты что творишь, демон? Не видно, машина стоит. Ты очкаришь. Очкаришь, сраный. Что творите мне? На аварийку включить. Так, тебе видно хотя бы, сволочь? Тупица, блядь. Ты что делаешь, конь? Не видишь, я поломался. Ну, выходи давай отсюда. Чмо что-то. Ну пятерки. Что, меня задавишь? Иди сюда. Давай, раздави меня. Ты убийца. Я воздушный фильтр только поменял на базе, он сразу поломался. Топливо налил, ну блин, воздушный фильтр поломанный. Да хватит меня таранить, блядь. Я аварийку включил. Да на место ее поставил, я хотел воды добавить. Не, слушай. Ты что творишь? Я повылазила. Аварийка тут. Все,
тогда, когда усатые чумошники. Как под копирку все они и те же. Нет, чтоб помочь мне. Поломался. Что ты творишь? Вот сволочь. А, нет, ты что заблокировал? Этот блокирует справа. Ты что делаешь? На человека наехал. Если у вас тут Рено или Ситроэн, не значит, что меня можно таранить. Даже на пятерке этот. Надо убираться отсюда побыстрее. А вот штрафы дали. Что такое пенальти? Назначат пенальти мне? Убираемся от тех конченых усатиков, очкариков. Въехали в город. Магазин фирменный. Я платить вам не буду, меня должны так все обеспечить. Приветик. Посмотри наш каталог. Лайка. Представляем, да, по-немецки официальная лайка дилера каталог запчастей. В этом каталоге вы приглашены просмотреть через широкие варианты компонентов запчастей двигателя и всяких прочих вещей экстра для автомобиля. Спроектированных специально для комфорта и производительности, и улучшения производительности вашей Лайка 601. Просто выберите желаемый компонент, заполните заказ и отошлите для эффективного доставки в тот же день. Окей, мне надо воздушный фильтр. Двигатели есть разные, красный, надо ломать игру. Денег столько нет, и все купить. Разный внешний вид двигателей. Ну, нормальный хотя бы есть бак. Стоковый air filter, хорошо, ордер. Ну и как расплатиться, я не знаю. На тебе деньги, дай мне air filter. Чмошник. Интересно, это как кожа? Типа сидит на невидимом стуле. Ничего нету в продаже. Комары еще кусаются. Едем в мотель ночевать.
Но хочешь у нас заночевать? 20 за комнату. Что это такое? Я газетку почитаю пока. Какие-то таблетки запретили. У меня только 40 марок. Тебе комната 2А на втором этаже. Пожалуйста, не беспокой других гостей, пока ты тут стоишь. Спасибо за ключик. Ну что, украсть у кого можно? Потому что 20 евро для путешествия, то есть марок, маловато будет. Откройте. Какой арт. Так, это мой номер. На ключ двери забирать не надо. Я ключ хочу с двери забрать. Ну ладно, не за. Блин, задан зашел. Да. Ну что ж тут, что его ожидать за 20 марок? Слив не работает, воды нету. Мыла нету. Зеркало не отражает. Света в ванной нету. Вообще ничего нету. Еще и моча осталась. Унитаз не работает. В кране воды нету. Шкаф не открывается полностью. Открылся. Комары еще. Ужас. Все. Свет выключаю, спать. Ехать далеко еще. Все, спокойной ночи всем. 24 июня 90 года. Граница Чехословакии, Венгрии. Ты что ночью проснулся? Я не понял. Давай еще спать. Что, спать не хочет? Вставайте, я уже проснулся. Никого нету. Одна тут сидит. Спасибо, давай. Ну что ты ночью встал? Куда я поеду, блин, ночью? Поломанный. Это магазинчики заказал я. Ай-яй-яй, полдня разгоняется. Лайка 601. Ну что, приехали детали? Я уже выспался, а ты тут все еще стоишь. 12 ночи, а ты тут торчишь, чувак. У меня 20 марок, я ничего не могу купить. Но светлеть начинает. У него на часах 12, а светлеть начинает. 12 ночи светлеет. Обалдеть. А машине сколько времени? Тут
Тут другое время. В машине полседьмого. Но где тут деньги взять на детали? Украсть нельзя. Работы нет. Детали постоянно ломаются. Бауштели. Вас издаст Бауштели. Вон граница Чехословакии. Еще какой-то магазинчик какой-то есть. Автомагазинчик типа. Алло. Водичка. Что это? Сосиски. Ломик. Домкрат. Insufficient funds. Я знаю, у меня 20 марок только. Я тут одолжу, я верну, хорошо? Меня отремонт... Ты глянь на меня. Закрыла проход. А я тут пролезу. Ну что, кому ты закрыла проход? Ну, надо машину отремонтировать, ехать еще далеко. Денег уже закончились, денег. Ну, что он не отремонтировался, блин? Короче, надо новый воздушный фильтр. Ну, нету в продаже воздушных фильтров. Только сосиски. Что такое стоф? Я бензинчик уже возьму, ты не против? Ну давай, ладно. Платить это не буду. Забор у тебя не работает, ты меня не закроешь у себя, как предыдущая дура. О, наконец-то все отремонтировано, надо бензином залить. Полный бак. Ну, еще у нее затариться пойти бензиновыми инструментами. Какой в розыск объявляет, нет, а что? Полупустая канистра какая-то. Полная канистра мне надо. Сигареты мне не надо. Что мне надо? Ломик нельзя храниться. Масло возьму. И воды возьму. Все, спасибо. Жалко, инструментов у тебя нету больше. Мне этого хватит. Нам-нам-нам-нам. Блин, я вниз хочу выкинуть. Ладно, нельзя больше положить, чем есть. Багажник не такой вместительный. Поехали на границу Чехословакии. ЦСФР. Правда, Витязи. Витязи, правда. Чувак с калашом. Это макет или живой, не понятно. Что это нельзя? Курить, алкоголь. Крестьянам нельзя, крест перечеркнутый. Люблю.
Papers, please. Какие у меня есть? Надо его денег. Мало тебе 20 фунтов? Вот паспорт. Давай посмотрим, ладно. Да ты смотри уже. Не, блин, ну зачем его можно настроить? Все нормально. Маршрут надо. Маршрут 2 выбираем. Чувака этого сбить. Будет стрелять? Не, нельзя его убить. Что это за радио в Чехии? Радио такое дерьмовое самое, как и в Германии было. Не хочу его слушать. Очень увлекательно ехать по пустому туннелю такому. Игра просто супер. Нам 90 км в час. Вот это скорость. За что ты зацепил? Пейзажи поменяли все теперь. Берешь. Есть симулятор вождения, правила дорожного движения, старенький. Там интереснее на машине ездить, чем в этой игре. Добавить туда еще ремонт, было почти супер. Там и люди по улицам ходят, и правила надо соблюдать. А тут что? Ну едем мы, блин, вообще интересно. Сколько топлива, топлива много. Грязи сколько. Как воды брызнуть. Стоп, как воды брызнуть. В омывателе нету воды. Опять все поломалось. А я проехал тут несколько километров. В горах еще где-то. И аккумулятор поломался. Супер. Все, инструмент потерян. Ну как помыть стекло, блин?
как воды добавить. Там полная воды бак. Я только что ее отсюда взял. Почему нельзя обратно положить? Нет, багажник нельзя вложить. Поедем с бутылкой в руках. Где кнопка брызнуть на стекло воды, блин? Нельзя воду оставлять, надо ее положить в багажник. Значит, что взял в багажник, а нельзя обратно выжить. Ну, добавлю туда масло. Хорошо, где кнопка брызнуть на... радио. Как ты нажимал брызгать на эти? А вот. Она не нажимается. Вот она, воды брызнет. Это бред, просто бред. Ну гад, бета только альфа какая-то. Можно понять, конечно, ну. Но брызгай воды, вот, вот сюда, да. Бачок омывателя стекла полный у меня. Почему? А потому что аккумулятор поломался, не брызгает бачка. Вот почему. Класс, еще ночь проходит. Просто супер. И высунуться нельзя, чтобы ехать. Волки сейчас прибегут, сидят еще. Нам тяжело ехать, когда впереди ничего не видишь. Походу в дерево врезался. Не работает аккумулятор, не работает брызгание на стекло смывателя бачка. Опять врезал. Да не. Экстрим полный. Скала еще какая-то.
Постоянно с дорогой съезжаю. Надо ориентироваться. На столбики нет, не получается. На дорогу посмотри. Блин. Еще скала. Вот и застрял. Ну, кнопка омывателя стекла не работает. Еще больше замазало. Фара работает. Нет, фара уже не работает. А бачок омывателя не прыскает почему-то. Воды там полно. Видимо, поломался при столкновении. Тут игра немного интересно становится. Дает тебе вызов, трудности, с которыми надо бороться. Но к цивилизации какой-то подъезжаю. Вот у него есть детали. Или там страшный лесник живет, извращенец. Нет, просто пустой домик какой-то. Зайти вообще можно? Просто ничего, пустота. И ночевать здесь нельзя. Я плёк. Чего? Кирпич какой-то. Посылка. Давай ее к себе возьмем. Куда я заехал? Еще одна посылка. То лучше бы у вас фильтр водяной был, этот воздушный. С дороги немного съехал на лаечке своей. Фары разбиты, походу. Давай, давай, вытягивай. Поехали. Блин, так сколько же будет длиться это? Все заборчиком так все. Ой, город приехал наконец-то. Мотель. Двадцатка у меня есть заночевать.
что у нас там? Парк с горками. Города, значит, тут не одинаковые. Другой город по-другому нарисован. Подъехал к мотелю. У меня не мотель, не магазин нужен больше. Ну а тут тоже 20 марок. Я и кошелек забыл, сейчас принес. Фары надо выключить, аккумулятор вообще сдохнет, не заведу за ночь. Не достать отсюда. Убитая лайка. Пиме. Отель такой самый, как в Германии, такой и в Чехословакии. И ту же самую комнату дали. Нет, два бай дали. Не ту же самую. Кошелек пустой, машина убитая. Крутое путешествие получается. Храп. Цель игры дальше всего заехать. Можно в Италию приехать, интересно. Опять проснулся ночью, урод. Куда я поеду? Магазин еще не работает. Где деньги брать в этой игре? Мне вот это интересно. Иди нафиг. В таком виде ехать на ней некак. Буду пешком ходить по городу. Пешком он еле ходит. На, поменяются светофоры, интересно. Или так и будет гореть. Чехословакия, Бауштеле, германская, это ГДР, так и висит, так само. Вот тебе граница Венгрии. Город прям на границе, вот мне интересно, что. Не в поле чисто в границе. Лайка. Это лайка на заказ, мне надо в магазине, где нужно позычить. Но нету, нет, ничего у него нету. В магазин то зайти нужно. Магазин закрыт. Даже купить негде деталей. В Германии был магазин автостанции. Автореферы все есть. Он закрыт до сих пор. Походим по уличкам Чехии. Так бы сказать, Чехии. Мало чем отличается от Германии. Толку путешествовать. Там ничего нету за этим забором. Просто конец мира. Сфера и все. Мир это матрица. Прав был Нео, прав. Это солнце стоит или луна, не пойму. Походу солнце так стоит. Оп. Оп. Тут день. Тут ночь, тут тоже ночь. Ночь. Световая лазерная стена какая-то. Это луна или солнце? Ответь мне. Чё он проснулся ночью, этот урод?
Наверное, границу пропустят с такой машиной. Блин. Тут вообще все поломало. Аккумулятор без зажигания не работает, когда поломался. Эта кнопка вообще не работает. Грязь только замазал еще больше. Дверь не виртуальная, дверь затыпает. Маленький такой квадратик. Сейчас расстреляют на границе за такую машину. Зарабатывать контрабандой, наверное, можно. Тут все можно провозить, и сосиски, и все что хочешь. У меня еще ничего нету на контрабанду. Что-то магазин не открылся, не, не открылся. Нельзя в Венгрию в это время. Пол восьмого нельзя в Венгрию. Ладно. Не выключается. Походу поломалось. Топливо на эмки. О, счастье, я нашел, где омыватель стекла нажимать. Помыть полностью слабо. Мне нужен магазин. Магазин запчастей. Вы не видели магазин запчастей? В Лайке ничего нету, только под заказ. Подвезли мой воздушный фильтр. Я оплачиваю его. Где он? Деньги взяли, фильтры не привезли. Почему этот магазин закрыт, блин? Чё этот урод ночью, блин, не спал? Что мне в этом городе делать? Светофоры не меняют свои цвета. Перейду границу пешком. Детский парк и граница.
просто супер. Пешком даже вопросы не задают, просто не пусто пешком. Пешком. Ой-ой-ой, уже что-то с колесами не так перекрывило ее. У меня тут посылка есть с кокаином. Есть запаска, но нет домкрата. Значит, венгры не пускают. Будем дальше по чести ездить. Что такое? Вот и все, я до Магира Роршака доехал в этой игре. Может, вы доедете дальше. На этом обзор игры The Jellybean симулятора автопутешествий закончен. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, не следите строго. Первые обзоры игры мои в комментариях. Все, пока.